эти грамоты, дипломы, золотые и серебряные медали, авторские свидетельства и похвальные листы принадлежат Владимиру Васильевичу Осиневичу. Ему сейчас 85 лет, из них 60 он посвятил изобретательской деятельности. Владимир Васильевич живет в Киеве. Одна половина его дома представляет своеобразный экспериментальный завод, где установлены различные станки и есть даже литейные. И то, что сделано Осиневичем, имеет вот такую марку. Несмотря на свои годы, Владимир Васильевич продолжает трудиться над новыми изобретениями. На выставке передового опыта в народном хозяйстве Украины экспонируется его последняя работа – заточный станок. Для советской молодежи Владимир Васильевич Осиневич – живой пример благородного служения родному народу.